чтобы быть счастливым, не надо ссориться и драться. Чтобы мама с папой были рядом, и чтобы я прыгала дома на кровати. Еще им надо срывать цветы. Ну, для этих, для вазы, чтобы дома было красиво. Чтобы людям делать хорошее, и они мне будут в ответ делать хорошее. Моя мама говорит, которой я ее счастье. Я чувствую себя счастливым тогда, когда я дома. Потому что у меня дом хорошо, весело, радостно. Любить друг друга и делиться с друзьями всеми эмоциями, и чтобы семья была у них дружная. Тогда они будут себя чувствовать очень счастливыми. Играть, песни петь, гулять на улице. Я люблю счастливой быть каждый день.